Итак, друзья, зовут меня Алексей Беляев, я коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Я очень старый, ленивый и больной человек. И порой мне не хочется тратить много сил на вставание, раскрытие закрытого гарда и прочее, прочее. Но при этом я жутко люблю причинять неудобства нижнему своему. Нижний должен страдать. Это аксиома. Давайте сделаем так, чтобы эта аксиома работала и в закрытом гарде. Итак, как только я попадаю в закрытый гард, я, повторюсь, не притягиваюсь к нему, не гружу его там где-то здесь, вот вариант ММА, или как это, вариант говноджитсу белых поясов. Я хочу загрузить Александра. Что я делаю? Первое. Я хочу взять его руки. Как я их беру? Я не ставлю руки в упор вот сюда. Я не беру вот эти захваты, порой их нет. Я вообще сторонник того, чтобы мое джиу-джитсу работало одинаково, как ноги, так и ноги. Я беру вот этот захват, подгребая ручки под себя. Когда я беру захват вот этот, Александр делает «да» и освобождается. Когда я беру, подгребаю ручки под себя, это сделать чуть-чуть сложнее. Но на этом наша сказка не заканчивается. Здесь я хочу быть ближе. Хочу встать вот в такую позицию, где мои голени, ну, близко к параллели к полу. Мои бедра контролируют Сашин таз. И я нахожусь здесь. Голова здесь. Может быть, здесь. Совсем хорошо, когда я делаю, ну, хорошо для меня и не очень для соперника, когда я делаю следующим образом. Здесь. Я подаю свой таз вперед, загружаю его таз. Здесь. Голову. Подламываю и кроссфейс. Важно. Моя спина при этом прямая. Я не хочу согнуться вот так. Моя спина прямая. Ручка здесь. Здесь. Таз низко. Здесь. Это моя позиция в закрытом гарде, которая лишает моего соперника возможности атак. Александр, поатакуй что-нибудь. Да, подвижность его таза выключена. Подвижность его плечевого пояса выключена. Снять меня с себя практически невозможно. Как минимум, я здесь могу отдохнуть и выдавить некоторое количество воздуха из легких своего оппонента. Итак. Это может быть и, собственно, с одним коленом поднятым, а вторым опущенным. То есть это может быть и вот так. Здесь. Здесь. Спина прямая, таз низко. Здесь, здесь. Даже если Александр попытается залезть ко мне сюда под низ, да, ничем хорошим для него это не закончится. Еще разок то же самое сделаем. Так, раз. Здесь. Да, раз.